Комфортная погода, десятки людей в спортивной форме и клубы цветного дыма. Таким стал четвертый массовый забег «Беги за мной». Он прошел в Нарьян-Маре на центральных улицах. В одиночку, парами и даже целыми семьями нарьян-марцы покоряли 2 километра. Такова дистанция ежегодного забега. В отличие от кросса нации, прошедшего накануне и определившего самых быстрых, цель «Беги за мной» – массовое вовлечение в здоровый образ жизни. Минувшие выходные в Нарьян-Маре выдались спортивными. Сначала всероссийские соревнования кросс-нации на лыжероллерной трассе, теперь уже полюбившийся массовый забег «Беги за мной». Егорьев Тысы пришел на площадь Ленина не столько ради победы, которую одержал днем ранее, сколько ради девушки Марины. Я хочу посвятить ей все победы, чтобы ей было приятно, что есть человек, который ради нее готов на такие победы, готовится ради нее. Ну, ей должно быть тоже это приятно. Перед забегом массовая разминка. На сцене профессиональный тренер Инна Хабарова. Завести аудиторию в воскресное утро помогают хорошая музыка и эффективные упражнения. Первый раз бегаете? Массово, да. Почему решили принять участие? Ну, потому что надо поддержать хорошее начинание. После горячей разминки бегом на старт. Забег массовый, поэтому и взрослые, и дети в одной колонне. Бег хоть и не на скорость, но занять место поближе к стартовой полосе хотят все. Дистанция для массовых забегов небольшая, всего 2 километра. Проходит по улицам Смедовича, Полярная и Ваучейского. На время забега они закрыты для проезда автомобилей. Считанные минуты, и очередная победа для девушки Марины готова. Первым к финишной черте пришел Егорьев Тысы. Здесь никто не отмечает время и не расставляет места. Преодолеть 2 километра – это не для призов и медалей, а ради преодоления себя. Все прекрасно, очень большое усилие дочь прилагала, она победила этот маршрут, для нее в первый раз 2 километра. Мы только недавно километровую дистанцию освоили, а тут она практически не шла, все смогла освоить, очень я горд ей. Для молодых мам и малышей подобные забеги – настоящий праздник. Возможностей пробежаться по дороге с коляской и ребенком на руках в нашем городе не так уж много. Супер! Вообще классно, больше, конечно, прошли. Да. Но организация хорошая, и детки побежали где-то, может, метров 100. Да, пешком. Да. И это для нас, для мам, это... Это, конечно, очень тяжело, но очень весело. Очень весело, забавно даже. Вот, плюс 12, гирька к своему весу еще. Но после забега заслуженная награда. В этом году организаторы в качестве подарка за физические старания приготовили дымовое шоу. Передать организаторам огромную благодарность за организацию этого мероприятия. И хотим пожелать, чтобы такое мероприятие было как можно не раз в году, а почаще. Несмотря на холод, ветер в Нарьян-Маре, потому что позитив... Каждую субботу, либо воскресенье. Мы за ЗОЖ. ЗОЖ. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, телеканал «Север».